Доброе утро, мой Афанасий. Что там на улице? Расскажи. Дождь. Дождь, да? Мама, папа купили нолевики один. Нолевики? Да, мама, папа купили. Продолжаем готовить все для торта Человека-паука. Вот такой вот безе для Человека-паука. Мне нравятся вот эти вот на палочке именно такие вот. Не знаю, мне кажется, очень клевые. Ну, сделала на всякий случай и такие. В общем, красота. И гриш 50, а Фоне нисколько. Потому что он не считается зеленый и без квасиков. Не считается. Деньги не берут. Да, Антоха, короче, завтракает. Я ему пожарила гренки. Он сегодня выбрал гренки. И чаек. Наш любимый завтрак, да? А ты? Я уже позавтракала тоже. Что? То, что тетя Вера передавала. А, Паша выбрала мне 5. Угу. Да. Что? Это, я сейчас смотрю в компьютер, жду Гришу. Он очень долго. Я думала, что он раньше не проснулся. Здрасте. Доброе утро, страна. Очень а тебе добрый. Смотри, как раз что на завтрак башка Люда-то передала. Шоколадки. Какую? Нужно выбрать. А с моими любимыми все, это мое. А тебе какое, Антон Сергеевич? Да. Вот это путешествие? Ты будешь путешествовать? Видишь, почему ты так долго спал? Так, это что? Что? Я еще там 5 минут, конечно, в телефоне посидел. А, ты уже посидел? Это вот так вот открывать, сынуль. Вот так отгибаешь и вот за вот эти тянешь усики, да? Вот, что это? Ну, как открывал? Или что это? А, потом можно заклеить, да, ее? А, ну, туда, что-нибудь подложись и заклеить. Нет, ну, если ты не всю съел. Темный шоколад. Темный тоже. Горький шоколад. Нет, горький есть горький. Темный есть темный. А молочный. Так, давайте не все. Я готовлю обед. Сегодня у нас рисовый суп с болгарским перчиком, лукой, морковкой, картошкой, самим рисом. И добавлю еще в конце зелень и петрушку. Вот, уже петрушка и зелень и петрушку, да. В смысле, чеснок и зелень. Петрушки. Вот, в рисовый суп как-то укроп не особо нравится мне, поэтому только петрушка. Ну, это сейчас модно просто. Снимать друг друга, а люди не могут так общаться. Напиши мне в WhatsApp. Там видишь, сколько вишни мы проезжаем. Сколько вишни? Где давай, давай, ты будешь снимать мой телефон, а я твой. Да, да, да. О, зум. Ну да, но это какая-то такая странная черешня, потому что Сережа говорит, как-то элита, что ее не обрезают. Вот она цветет вообще красиво. Угу. Вот волшебная сила интернета, что делает с людьми. Что? Ну, в смысле, так бы мы бы не встретились, ну, да? Конечно. Если бы не было бы интернета. Ну, это как минимум.
Ну да. Ну вообще YouTube, да? Ну вообще да. Ну, знаешь. Слава YouTube. Да. 3 года мы уже, да, знакомы? А я не помню, сколько лет. Ну раз мы здесь 3 года. Ну да. Значит, 3 года. Так быстро, да? Вон там красиво, я тут ее фотографирую. Мы тут едим, впереди нас бегите и фотографируйте, да? Ну да, вишня. Ну вишня, у вас тоже склянка, да, Вера? Вот это да, а вот там возле речки, вот, ну, вишня обычная. У нас одно дерево тоже есть, есть склянка. Ну со склянки лично мне вот нравится просто компот с нее. Я тоже компот говорю. Он такой прям удачный, с кислинкой. Уже малина. Обалдеть. Гля, вот ветки, которые... Ну-ка, я сейчас прямой эфир выйду. Я ж научилась. Пальцем тыкать. Да. Давай, я к тебе зайду, буду тебя слушать. Давай, я тебя буду подсоединять. Да я не очень это люблю, я как-то стесняюсь. Разговаривать в прямом эфире с людьми. Тут я могу что-то вырезать, удалить, знаешь. А как же? Я нажимаю. Нет зрителей. Ты не зашла ко мне еще на прямой. А, я должна к тебе зайти, и потом ты можешь меня пригласить. Да, уже вам можно нарвать. Ну, сейчас, мама приедет, она там уже знает, какую покрупнее. Потому что тут и картошку, да. А вам сильно нельзя нагружать, да? Меньше, может, на автобусе. Ну, чуть-чуть можно. На борщ, да? Борщ можно. Одну штуку. Ну, сейчас, одну, то есть одну. Короче, у меня нет никого в прямом эфире. Давайте своего выйдем. Ты хочешь повеселиться? Да, я хочу посмеяться. Гриша знаю, Афоню знаю. Афоня в садике, а я выпустился из садика. Да, ты такой молодец, так. Давай, вот так, 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 держи. Так. Гриша. Это только тебе. На. Это только тебе. А это мальчишкам остальным вот это вот. Моя любимая. Да. Вот все в кепочках. Ну, кроме Олеси, она стесняется. Мне досталась вот такая панамка. Покажи. Ты их сломал. Гриша поймал. Кто хотел башка? Валя хотела ухи, иди и покажи. Она там пошла полежать на кухню. Пойди, покажи ей. Она ж ухи хотела, пусть картошку чистит. Фотки? Да. 200 рублей за фотку. Иди туда, встанем. Понятно. Ага. Чего? Да. Короче, тут Марсик, рыба. Все в порядке у Григория. Башки Валин заказ выполнил, да? Рыбу поймал. А кто-то в черном. А! Помесь. Иди сюда, Антош. Садитесь. Кто там? Вертолетик? Ой! Ребенок сидит спокойно. Бабушка старая, орет. Дашка в шоке, да? Уже бабушка, наверное, лет 20, как учили. А кто меня вкачал? Ой, как хорошо. Ага. Ты посерединке, Антош. Да, там 2 вертолета, я точно. Я сойду на этой остановке, да? Держись, это мама боится.
А что-то я не пойму, снимает, нет? Цифры идут. Два. Ну вот я нажимаю, и вот сейчас вроде как снимает. Четыре. Афоня? Вообще не страшно. Мне лучше смотреть в экран. Захватит. Цифры идут. Вова, вся семья. Карусель. У нас ужин праздничный практически. Ну, так вот и хотела, чтобы сфотографировали нас. Да, давайте, я вас сфотографирую. Ну, а может, с Сережей? Да, давайте. А с кем вам еще? Мы пьем с Сережей. Кто-то там, кто-то тут. В общем, вышли на прогулку. Гулять по хутору. Тут столько улиц вообще. Люди, когда забирали пряники, это, знаешь, найти не могли, да. Да, 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 пошлите. Я дома всегда привыкла, там будет береза. Хотите, нет, я одной березки. Афонечка... Там книги где-то валяются. Афоня нашел чистотел. Да, делал. Не знаю, выкинул. Олеся, сфотографируй маму. Не умеет? Хорошо, Афоня на фотосессии. А у тебя что? А, это минута? Это 211. А я думала, люди. 218. Нет людей, ты понимаешь? Глухо, как в танке, но мы на хуторе. Да, пошли пока, пройдем быстренько. Там сестра. Все. Нормально. Пойдем всех провожать. Неудобно Машку-заляшку. Пойдем всех провожать, правильно, сынок. Пойдем провожать, говорит всех. Так, что там еще? Афанасий, доставай обувь. Все, нашли. Все? Шатерванчик какой-то еще. Ну да, замочек. Афонечка, подожди, пожалуйста, сынок. Надо же еще пакетики-то все дать. Олесь, черешню живот я положила. Где рыба? Рыбу ж почистили в пакетике. Уже все. Черешня, уже не болты. Нет. Нет. Ты ж мамой. Ходи сейчас. Папа проедет чуть-чуть. Все, все. Все, уже все едут. Видишь, девочек сейчас папа повезет, да? Да, домой. А где они живут, ты знаешь? В Москве. В Москве? Это они так сказали, девочки, да? Мы в Москву поедем. Это далеко Москва или нет? Далеко. Москва далеко? Да. А как туда ехать, ты знаешь? Долго-долго. Долго-долго? Да, папа поехал. Папа поехал, да, в Москву? Да. А мы когда в Москву? Понятно. Ты хочешь в Москву? Да. Или нет? Да. Да? Все, побежали в комнату? Нет, я тут, только ты. Зая, я замерзаю. Пошли в комнату. Пойдем. Ну, пойдем?